Постоянные зрители неунывающей программы наверняка заметили, что наше лучшее лекарство от уныния – это постоянное желание пощекотать нервы. А вот вам взрослая щекотуха, которую мы устроили на Банном озере, в санатории юбилейный. А теперь, внимание, без подготовки ни в коем случае не пытайтесь повторять подобные действия. Потому как, для этого необходимо иметь должный опыт, и для этого необходимо доверие профессиональных инструкторов, которые, в свою очередь, видели мои индийские и турецкие покатушки на несколько более мощных агрегатах.